Врачи скорой помощи России сегодня отмечают свой профессиональный праздник. И хотя он пока считается неофициальным, для работников неотложки это повод отметить свои достижения и поздравить друг друга. О том, как прошел этот день на станции скорой помощи в Якутске, расскажет Марьяна Кутукова. Диспетчеры станции скорой помощи Якутска ежедневно принимают от 300 до 500 вызовов. Круглосуточную помощь на дому готовы оказать 23 бригады, в том числе бригады кардиологии, которая в этом году отмечает 45-летний юбилей. Сегодня в свой профессиональный праздник они также торопятся на помощь пациенту, который пожаловался на боли в сердце. В течение 20 минут мы должны быть уже у пациента своего, потому что мало ли что происходит острые боли, вот, бывает у больного паника. Вот, мы должны попытаться успокоить больного, оказать первую помощь. Вот. Сегодня кардиологическая бригада была отмечена как лучшая специализированная бригада. Свои награды по итогам года от Министерства здравоохранения и Госсобрания Ултымен получили и другие медицинские работники в номинациях «Лучший врач», «Педиатр» и «Фельдшер». Сегодня дружный коллектив станции скорой помощи Якутска насчитывает 250 работников. Этим летом городской службе исполнится 86 лет. Я сегодня, пользуясь случаем, просто хочу поздравить работников скорой помощи с пока неофициальным праздником, пожелать им всего самого доброго, здоровья, пусть будет, как я сказал, поменьше нагрузки, поменьше людей, которые неправильно понимают. Как известно, в скорой помощи трудятся сильные духом, отзывчивые люди, готовые прийти на помощь в любую минуту. Оказалось, таких кадров сейчас не хватает, отмечает в городской станции. Значит, проблем, конечно, есть, да, в плане того, что, во-первых, укомплектованность кадрами. Это самое вот основное, базовое, фельдшерских бригад у нас не хватает на сегодняшний день. Физически очень сложно у нас работать. Это круглосуточная работа, это ночные дежурства, это бывают нападения. То есть не все это выдерживают. Несмотря на то, что в стране день работника скорой помощи еще официально не учрежден, сегодня было много улыбок и поздравлений. Вместе с тем сотрудники скорой помощи, как и во все дни, провели в трудовых хлопотах, спасая жизни людей. Марьяна Кутукова, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.